Здравствуйте, друзья! Многие из вас ждали видео, и мы его представляем. СМИ передали, что 9 августа ожидается много крови. Давайте узнаем, почему. Самый опасный хищник Америки бросил вызов России. Мы принимаем бой. 9 августа. Кроме того, что в каменных джунглях Лас-Вегаса прольется кровь на ринге, на земле Крыма пройдет самый настоящий колдовской обряд. Наверное, это самый массовый магический проект точки проведения, которая находится на противоположных частях планеты. Что же касается Крыма и Севастополя, то здесь все гораздо серьезнее. Магия, представленная в огне и металле, направлена на смену мирового правительства, о котором 90% населения планеты и представления не имеет. Но самое печальное, что тех, кто управляет миром, сегодня могут сменить ночные волки. И поверьте, хорошего здесь мало. Если сюда еще прибавить выборы в Беларуси, которые пройдут 9 августа, слава богу, что днем, то только богу известно, чем этот день может закончиться. Согласитесь, большему числу населения не захочется, чтобы миром управляли ночные волки, чтобы их дети смотрели на каменные джунгли и пролитую кровь, чтобы жизнь кипела не в светлое время суток, а по ночам. И уж если для организации такого технически сложного мероприятия, как в Севастополе, нашлась астрономическая сумма денег, обстановка на нашей планете очень непростая. К тому же, по последним данным, лекарства от коронавируса в принципе быть не может, в силу его мутации. Да и все мои знакомые, например, точно утверждают, что переболели и не один раз. В итоге можно предположить, что темные времена уже не за горами, но выживут сильнейшие. Apologize. Новости не веселые, но нужные. Всем здоровья и успехов. А в ближайших выпусках мы расскажем о всех видах массажа, которые существуют, насколько это полезно для здоровья, каким стал современный массаж и как изменился подход в этом вопросе.